Две новые станции снеготаяния появятся в Нижнем Новгороде в 2019 году. Об этом в ходе визита на пока единственную станцию, которая находится в Советском районе, рассказал глава города Владимир Панов. «Весна», так называется станция, может принимать до 1500 кубометров снега в сутки. В перспективе такие объекты должны появиться в каждом районе. До конца 2019 года их построят в Нижегородском и Приокском районах. Примерная стоимость строительства двух станций – 160 миллионов рублей. После того, как убирается снег из города, как правило, он везется на место складирования. Обычно это просто очень большой участок земли, открытый грунт, и так как внутри снега находится очень много дорожной грязи, то, соответственно, идет, безусловно, ухудшение экологической ситуации в той части, как минимум, где складируется снег. Потому что после того, как снег тает, все это попадает уже в грунт. Самым правильным системным решением в этой ситуации является станция снеготаяния. Снег будет попадать прямо на станцию аэрации, проходя после этого дополнительную очистку стоки в очищенном состоянии в виде уже чистой воды будут попадать в реку Волгу. Эти две станции – это некий пилотный проект для города. Мы посмотрим, как эта схема работает на практике. Мы должны доказать ее состоятельность. В общем-то, у нас есть все для этого основания.